Всем привет! Снова мы на озеро Рушона, за лещами, за судаками, ну и за остальной рыбой. Сегодня мы с ночевкой. Ну, первые подлещики рушоновские. О, ну для нас это карапузы, мы их отпускаем, ловим крупняк, да? Конечно. Такой мелочь, там. Да. Так что рыбалка пойдет. Ну вот и осолда подлещик. Как бы. Он в раздумьях, что сушить его или отпускать. Ну отпускай я что-то. Первую, да? Конечно. Ладно, первую отпускаем. Иди позови своих родителей. Все. Дай бог не последний. Ну, утро доброе. С вечера ничего не было, приехали с утра. Осолда первая рыба, поклевка. Опа, хороший лещик. Хороший лещик. Так начинается утро. Ну, нормальный, килограммовик. Точно, да? Покажись, как раз ты на фоне солнышка, красавец. Опять он начал облавливать меня. Облавливать. Тебя облавливает, блин. Все, понеслось. Клюнуло. У меня что-то, но у меня... Я не знаю, сейчас посмотрим, что тут. Но надо, наверное. Ну да. Так. Ну, небольшой я его возьму, наверное. Опа, ну. Какими пупырышками? Ну вот, и у меня клюнул. Так, ну, клюнул и у меня. Ну, теперь поменьше еще. Ну, может, да не, поменьше. Надо? Возьми, наверное. Так. Грамм 300. Не, ну грамм 400, ладно. Ну, приятно. Ну, клюнет, не клюнет. Сейчас посмотрим, поклевочку заснимем, не заснимем. Когда на камеру так не захочет он. Ну давай, клюй. Люди смотрят. Ах ты, голубка, а. Так, ну пошло дело. Тянем, потянем. Подсак наготове, хорошенький. Хорошенький, хорошенький. Хорошенький, хорошенький. Ух ты, давит троху. Троху давит. О, о. Опа. Тарантатан. Так, сейчас запутается. Так. Опа. Ой. Ну, неплохой. Ну, да. Больше килограмм. Блин. Леску не запутать бы. Эй. Так, ну во. Ну, такой неплохой, да? Ну, ребята, вот такое утро на Рушоне. Такое утро на Рушоне. Доброе утро. И солнышко вылазит потихоньку, и мы с рыбой. Осолда есть, поклевка. Тянем, потянем. Где-то там. Немножко видео с уклоном, потому что не видно. А, не крупный. Бля, что там? Не сказать, что большой, но шустрый. Ну, шустрый, да.
Я его не вижу. Оказалось, побольше. Уже зажрались? Да? О, хороший. Ага, может даже... Может судачок? А может лещ? Блин, ну хороший. Хороший. Так, за борт не выйти. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Блин, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Тут хороший кто-то. Вот это он дает мне тут жару. Ух ты, блин. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты. Это фантастика. Ух ты, ух ты. Не могу его поднять. Мормышку оторвал. Да, ну. Опа, блин. Да не, маленький подлещик, наверное. Может, возьми. А, ну неплохой. Не, возьми, возьми. 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 Ух ты. Ух ты, ух ты. Маленький подлещик. Да, ну там несчастный случай. Оп, произошел. Оторвали мормышку. Были некоторые слова неприличные, мы их вырежем. Потом следующая поклевка оказалась Освалда, обрыв. Ну, был, наверное, судак, потому что очень у меня он упирался. Вот, так что, ну, пока такая мелочевка совсем крохотная клюет. Ну, и смотрим, и показываем. Ну, есть еще какой-то. Тоже неплохой, вроде как бы. Гуляет. Гуляет, гуляет. Куда хочешь гуляет. Гуляет, гуляет. Гуляет, гуляет. О, блин. Леска на палец замоталась. Чуть не оторвал. Голубка. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, пух ты. Вот, ух, какой он. Как, да, сейчас я его заставлю сюда приплыть. Какой. Ох, какой хорошенький. Ох, какой хорошенький. Неплохой, да? Неплохой у нас подлещик озерный. Подлещик такой, глаза вот такие, глаза у него. Как у подлещика. Вот такой он у нас. Там леска, 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 осел. Все, ушла. Ушла, так. Вот такой подлещик. Вот такой. Так что ловим дальше. Осел наклюв, поклевочка. В холоде вижу, как он леща тянет. Так, где же тут уже? Тут пошел. Это под лодку пошел. Пошел. Туда пошел, туда пошел. Ох, подожди. Ну, покажись. Ну, неплохой. Ну, килошка-то точно. Даже и побольше, я думаю. На фоне солнышка. Надо это самое, не надо. Да, 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 надо. Надо, надо, надо. Я даже не понял, он сел и. Сел и не дергается. Опа. И не дергается даже.
даже и не клювал, просто сел. Сидит. Сидит. Спокойный, да? Оба, вот такие у нас сегодня. Не, вот такие у нас сегодня рыбки тут. Мелочи, приятно. Ну, идет процесс. Как на фабрике. Тут где-то уже близко. Карапуз. Таких мы отпускаем. Их мы отпускаем. Это для нас сегодня не показатель. Селедка. Ну давай. Покажи, как ты клюешь. На озере. Рушона. Что там показывает? Красивая поклевка. На камеру клевать. Ты думаешь, кто-нибудь там цепляется леший? Отказывается. Отказывается. Солда. Еще один есть. Еще один есть. Он такой неплохой. Неплохой такой. Ну-ка покажись. О, нормальненький. Пласкера. Ну, поклевка условно. Хорошая, красивая была поклевочка. Тут где-то под лодкой. Ох-ох-ох. Ну. Опять пласкирка мелкая. Да блин. Ну, схватил? Угу. Ну, что-то он разговаривает. О, блин, у меня поклевка подымает. Так. Не, непонятно, блин. Понял. Что это там? Губа порвалась. Мимо выкинул? Ну выкинул, оторвался, губа оторвалась. Так, ну что, солнце греет. Первая часть закончилась. Будет продолжение. Сейчас начнется клев лещей крупных. А мы раздеемся, но стриптиз не будем показывать. Так что ловим, смотрите вторую часть.